Всем привет, меня зовут Андрей. Хочу рассказать историю о том, как я начал заниматься 3D-графикой. Некоторые мои работы вы можете увидеть, я сейчас буду показывать кадры из них. Началось это в детстве с компьютерных игр. Мое внимание тогда захватили две замечательные игры Quake 3 и Unreal Tournament. Мне было интересно, как все это устроено. В то время выпускался в печатном виде журнал «Игромания». Может быть, кто-то читал. В общем, там были статьи не только про компьютерные игры, но и по 3D-графике, и по фотошопу. Я помню, научился работать в фотошопе со слоями. Надо было сделать скин для персонажа в Counter-Strike. Вот, пробовал устанавливать Blender, тогда он уже был известен многим. И Milkshape 3D. Но ничего хорошего из этого особо и не вышло. Кроме того, что они установились и запустились. Ну, чуть позже я начал заниматься фото-видеосъемкой свадеб. С редакторами всегда дружил. То есть, понятно было, в играх компьютерных я пробовал делать уровни для Warcraft, для Unreal Tournament я делал уровни. Во всех редакторах есть что-то общее. Вот так. Хочу участвовать в бесплатном обучении от Джона Кармилицина, от его очень большой коллаборации художников. Есть возможность прокачаться, буду очень рад. Хочу развиваться в анимации, в ригинге. Ну а там будет видно, может в чем-то еще, как все пойдет. Уже из этого исходя будем думать, куда двигаться дальше, в чем развиваться и каким образом.